Салғыр Қырымның ән ұзын өзені ве пайтақтымызның Илванадыр. Ресам, шаир, пестекар ве башқа істедатлы адамар үчін бұтылсын өйерчік Илхам бағышлай. Оның шән суварының шыраудамасы ғонлыны ратлық ве гармония алеміне алып кете. Этрафындаки гүзел манзарасы, табиат нағмелері, аят чешіт ренклі ве жанлы оғанына тасвир әте. Амма, тамам бір қач асыр әвелсі, бұл ерде бам башқа яшайыш қайнаған. Анлағаныныз кеби, мирасының невбетеки қараманы, салғыр өзені, ве оның кечкен асырдаки омірі. Салғыр өзінің дүлберлігінден ғайры ашылмаған сырларынен белдедір. Күнеш нұрларының ойнамасы, тазе ава, құшчықларының чывілдемесі, терек япрачықларының еңгіл титремесі. Бұ ерлерде да ашылық мирақлы ревайетлер үрмекте. Бұ сырлы өзінің қияфетті бұтюн вақытлары түрлі олған. Ама мүтешімлігі бұл күнге қадар жойылмады. Крым и Салгир неразрывны. Говорим Салгир, подразумеваем Крым. Говорим Крым, подразумеваем Салгир. Его протяженность очень маленькая, 232 километра. И то она меняется в разные годы, чуть меньше, чуть больше. В Крыму считается порядка 500 речушек, рек. Но все это условно. Часть из них уходит в Черное море. И мы можем только сожалеть о том, что прекрасная горная вода так бездарно от нас утекает. Тех, что с северного клона реки, тут расход их 100% на пользу народного хозяйства. Салгир начинается на высоте 1300 метров в горах. И этим предопределено, что он самотоком идет. Он впитывает в себя десятки рек. Мы их считаем самостоятельными, но фактически это притоки Салгира. Биштырек, Бурульча и так далее. Ну, Бурульча, она больше в Карасу впадает, но в конечном итоге она туда же. Питает 300 родников. Чукрак. Самый известный из них – Аян. Раньше он давал воду и речь, и впадал в Салгир, что делало его многоводным. Алимлер асырлар девамында шу аджайып өзенні огрене, ләкен мирақлы суаллер әп пейда олмақта. А что главная река, а что приток? В настоящее время мы с вами знаем, что Салгир и его приток – Карасу. Но, как вы спросили, 200 лет назад, а вот 200 лет назад было наоборот. Главной рекой считалась Карасу, а ее притоком был Салгир. Ну, как историк, я могу сказать, это оправдано тем, что Карасу-базар в то время был более известный, чем Акмечеть. Акмечеть только появился, а Карасу-базар в центре полуострова, там сходились караванные пути. И, в общем, такое отношение к реке понятно. Но это опять-таки субъективный подход. А вот Суперанская говорит, а что означает Салгир, если проследить по тюркским языкам? Гир – водный источник, сал – приток. То есть тут уже все сказано. Ну, левый приток Карасу. Более мәлімат расткелеке, әвелсі салғырның кенлігі 700 метр оған, ве оның суварында гемелер яудаған. Ама бұл фактвар зиманеви тарихчылар тарафындан базы шубелер доғырта. Могли быть уникальные разливы. В разливы – да. Вообще, надо сказать, что разливы – это благо, потому что
это полив, и самое главное, это перегной растения, вот как говорят. Разливы Нила – это благо для Египта. Точно так же разливы Салгира были благом для всего Крыма. И как люди относились к Салгиру? Нигде не разрешалось в долине строить дома. Дома в Крымском ханстве строились только на неудобьях, наверху, потому что земля в долине очень плодородная, ее мало. Использовалась только для садов, виноградников, посевов и так далее, бахчей. Бүгінге қадар өзенің этрафында мирақлы ерлер де сақланып қалды. Бір тарафтан бақсан, бұл Адисоқақ ве бақымсыз ер мейданы. Амада бір қач асыры велсі бұл ерде чешіт вақалар олып кечкен. Халқымыз арасында бұна Салғыр баба Азизы дейлер. Риваетлерге көре, Азиз Салғыр баба Қырымға да орта асырларда көчкен. Шейхлер сүләлесін ден әді. Ибадет япмасы, вет түшінчілерге далмасы ічін. Озен янында жайылған, әмен орманыны сайлаған. Бұл ерде Салғыр баба дуа япқан, де тибиетні өгренген. О, табиб оларақ, дин әсасларыны қуланып, инсанларға чешіт хасталықлардан тедавиленмеге ярдым әтеді. Әмде шәрінің маневі насиатчысы оған. Тедавилеме істедатты бұтюм қырымханлығына дарқалған. Қазанған параларыны ісе өзен бойы яшаған адамларға берген. О ерлерде чоқ кезініп юреді. Шуның үчін он Салғыр баба дегенлер. Шу адамда бірқач ады оған. Ләкін бізге оның тек бір сою, гидроним или айны оғаны. Яны Салғыр екені еткен. Азиз Қарти 1736 сенесі вефат етті. Айталар ки, фельдмаршал Минихның ордусы шәрге бастырып кіргенде, Салғыр баба ерінден турмаған. Неті жеде бір айтуд оны өлдірген. Шу ерде де дефін оғынған. Вақыт кечтікче, Али Джанап әчдатлары айны ерде дүрбе құрғанлар. Дүрбесі араб язылары елі яраштырылған, юксек ташылы диварлардан оған, вейешіл тақтадан сачақнен қапатылған. Базы риваетлерге көре, айны бұл себептен Ахмезджитте Киваровского соқағында ерлешкен, бірінде оқсане Салғыр бабаның әві янында құрылған. Әвелсі Салғыр шәрні әкіге бөлген. Симферополь находился по левую сторону Салгира. По правую сторону Салгира города не было. Перед революцией, где-то в 1902 году, стали земли по правую сторону заселять. Так появился новый город. Отсюда и термин «новый город». Он сейчас – это фактически территория Киевского района справа от Салгира. Земли справа от Салгира стали осваиваться уже в самом начале 20 века. Это такие шедевры там были, как бульвар Крым-Гирея. Наверное, не все поймут, о чем идет речь. Потом его в советское время переименовали в Ноябрьский бульвар. А с переходом Крыма в Украину он стал бульвар Ивана Франко. Хотя, видит Бог, было более красиво бульвар Крым-Гирея. Там же была улица Султанская. Почему она так называлась? Был Султанский луг. И улица Султанская, сейчас это улица Шполянской. Ну, больше тюркских таких в тех местах упоминаний не было, но в целом это был престижный, как бы сейчас сказали, дачный район, потому что дома строились красивые, и многие из них сохранились как памятники истории. Салғырның қияфеті чоқ денішсе де, мұйымлігі деніш меген қала. Хусу сансуу. Яқырым татарларда су, асылында нені темсіл әте. Халқымыз арасында су, темізлікні, гуняқсызлықны, қадын-қызлар дүлберлігіні, бе азатлықны білдіре. Қырым татарларының ән қадими әдетлерінден бірі суға бұйып үрметілі бақмақтыр. Месал оларақ,
адам суф ичкенде, юан білетейме деп, қартварымыз айта тұрған. Балаға көстейсе, оның бетіні су біле ювалар. Бұндан ғайры, адам қорқыншылы бір түш көрсе, оны аққан суфға айтмалыдыр. Путин ярамай шейлер су біле ақып кете, деп сайла. Қырым татар этикеті бойынша суфны ічмезден әвел, онын сәлемлашмақ керек. Фольклорымызда суф кичектен, аш бұйықтен кебі ібарелерсі қырас келе. Бұл демек, адамлар отырғанда суфны ічмеге башта ән кичегіне, ашны есе аксене, ән қарт сойына бермелі. Қырым татар тойлары да бүгінге қадар суфсыз кечіп оламай. Адет үзіре, қыз яны қорантада яқшы яшасын деп, оның артындан суф төкіле. Демек, суф топыраққа тесіне, ве қызның вазиеті, яны қорантада еңгілі өкнен қавилешсін деп, үміт әтіле. Сауғыр керчектен де жануы, дайма деніше, ве мұсафырлеріні айретте қаудыра. У меня в памяти такой случай. Я делал совместно с биологами одну научную работу, и он мне поделился историей. Говорит, я даю студентам задание поймать в Салгирии 10 пескарей, взвесить, замерить и отчитаться. Ну, и они одну и ту же работу каждый год выполняют, я так наискось просматриваю, и вдруг изменилось все. Они стали худее, длиннее, ничего не понял. Решил, что мальчишки не выполнили задание. Я даю другим задание. Они приносят точно такие же обновленные результаты. Думаю, что такое? Пошел на Салгир. Оказывается, его выпрямили. Течение стало быстрее, и пескарям приходилось приспосабливаться. Они потеряли весе, стали более мускулистые. Вот как Салгир реагирует на изменения окружающей среды. Я в рум да салгырнын бою. Ось туғанымнан да тою, кефеден керіштен, жанкуйден келер, өзінің аруф да сою. Алтмыш баш, жетмыш баш туар, аман айдалға салғырға суар. Алтмыш баш, жетмыш баш туар, аман айдалға салғырға суар. Ұзақ ерінен қыз алсаң қадай, арамам барам деп жылай.